Добрый день, дорогие друзья, вы на телеканале Итон ТВ, программа «Тема дня», меня зовут Александр Вальдман. Украина, что ни день, продолжает нас радовать эксклюзивными новостями. Вот и сегодня я не мог себя отказать в удовольствии пройти мимо таких замечательных, интересных событий, как лишение гражданства Украины бывшего губернатора Одесской области господина Саакашвили, как намерение Соединенных Штатов направить оружие украинской армии и решение украинских властей отказаться от поставок электроэнергии в мятежные ДНР и ЛНР, а с нами на линии из Киева один из самых востребованных и интересных, на мой взгляд, украинских политологов на сегодня, Руслан Бортник. Руслан, рад вас приветствовать, добрый день. Спасибо большое за лестные слова, добрый день. Руслан, я констатирую факт, всего лишь навсего, смотрю рейтинги украинские. Руслан, начнем с Саакашвили. Когда Саакашвили уволили с должности губернатора, он, как известно, развернул бурную антипорошенковскую деятельность, создал в 2016 году даже партию под названием «Рух новых сил». И вот одна из цитат господина Саакашвили той поры. «Маленькая криминальная шайка олигархов ради собственного обогащения уже давно блокирует прогресс Украины. Они блокируют реформы, они блокируют новое мышление и новых людей в правлении страны. Они блокируют все, что может превратить Украину в современную, открытую и развитую страну». На ваш взгляд, Руслан, можно ли сегодня уже утверждать, что подобными заявлениями господин Саакашвили сделал все возможное, чтобы его, да, лишили украинского гражданства? Я думаю, что, конечно, в словах Саакашвили, а он говорил и намного жестче вещи, У него было шоу на телеканале ЗИК, которое он вел, и там вообще вне рамок этики применялись характеристики президента и его окружения, скажем так. Но я думаю, что Саакашвили, конечно, говорит обида в значительной мере, потому что его использовали в Украине, его использовал Порошенко, потом выбросил. Там отросили, это как раз о Михаиле Саакашвили и его роли в Одессе. Саакашвили нужен был в свое время Порошенко, поскольку в 2015 году возник такой кризис проседания, резкое приседание рейтинга власти на фоне самого пика экономического кризиса, трехразовой девальвации национальной валюты. И нужен был какой-то авторитет для либеральной публики, для прозападной публики, который бы смог бы быть таким фиговым листком для власти, которым бы они прикрыли отсутствие реальных реформ, потому что год уже прошел. Кроме того, Саакашвили, конечно, это был инструмент и определенная взятка западному истеблишменту, прежде всего американскому, который начал тоже выдвигать свои претензии к украинскому руководству. Но им сказали, вот смотрите, мы же Саакашвили даже вот взяли, вашего парня взяли. То есть он все сейчас решит, реформы проведет. Потом, когда вот Саакашвили отработал этот период, кредиты были получены, общественное мнение улеглось, ситуация в стране стабилизировалась, Саакашвили просто выбросили из власти, как и больше ненужный, более того, опасный инструмент, поскольку Саакашвили в той или иной мере демонстрировал свои амбиции, если не на президента Украины, то как минимум на премьера Украины. И, соответственно, знаете, президент может быть только один, а двух президентов даже Украина вынести не могла. Саакашвили выбросили из системы, что вызвало безусловный глубокий конфликт между ним и властью. В конечном итоге волну взаимной критики, взаимных нападок, которая вот сегодня достигла апогея на примере лишения его уже гражданства. Руслан, еще один вопрос по поводу Саакашвили. Теоретически, насколько я понимаю, после лишения Саакашвили гражданства Порошенко, возможно, с Аваковым на пару, могут принять решение депортировать его в Грузию. Решатся ли они на то, чтобы бывший президент Грузии вернулся на родину? Для того, чтобы депортировать Саакашвили, необходимо его еще поймать. Он сейчас в Соединенных Штатах. Да, не находится в Украине, и понимая риски своей депортации в Грузию, они значительные, очень значительные. Я думаю, что он в ближайшее время, наверное, не будет возвращаться в Украину. Но он необходимо понимать, что вопрос Саакашвили, он не плоский.
Вопрос, это не только вопрос Саакашвили, это вопрос всей грузинской команды, которая сегодня в значительной мере контролирует Национальное антикоррупционное бюро, которое имеет серьезное присутствие в экономике, в других органах государственной власти и, скажем, даже в криминалитете украинском. Поэтому вопрос всего клана вот Саакашвили сегодня решается. И самый интересный вопрос, почему эта ситуация возникла сейчас, а не раньше, и не позже. Я думаю, это как раз связано с деятельностью Национального антикоррупционного бюро, которое подало в парламент представление на лишение депутатской неприкосновенности и привлечение к ответственности депутатов коалиции, депутата от Блока Петра Порошенко Розенблата, депутата от Народного фронта Полякова, депутата от радикальной партии Ляшка, которая близка к коалиции, Лозового. Более того, вчера в Украине Национальное антикоррупционное бюро задержало в аэропорту Борисполь бывшего следователя по особо важным делам СУСа, которого связывают, очень тесно связывают с господином Кононенко, одним из людей из ближайшего окружения и одним из серых кардиналов Порошенко. Вот я думаю, вот эти факторы, плюс критика со стороны Саакашвили, плюс его поездка в США, плюс подготовка к выборам, вот эти факторы предопределили нынешнюю атаку на Саакашвили. Следующим за Саакашвили, я думаю, станет, скорее всего, следующей целью станет Национальное антикоррупционное бюро и грузинская команда в других органах государственной власти. Угу. Руслан, а тот фактор, что решение о лишении гражданства Саакашвили принято после недавнего относительно визита Порошенко в Грузию, здесь вы находите какую-то связь или нет? Да, это связанный фактор. Я не исключаю, что вот лишение гражданства Украины, это сегодня это часть политических договоренностей между Порошенко и новыми грузинскими властями. Безусловно, это может быть, хотя все же номинальным основанием для лишения гражданства Саакашвили стало не двойное гражданство, например, наличие грузинского, а стала якобы неправдивая информация, внесенная в анкету. Но, в принципе, в Украине сегодня такой инструмент, как лишение гражданства, становится классическим репрессивным инструментом. Угу. По той же схеме, похоже, был лишен гражданства и депутатского мандата депутат Артеменко, который набрался наглости, в кавычках, выступить со своим мирным планом перед новой администрацией США. Такая же судьба постигла год назад молдавского бизнесмена Платона, который был более 10 лет гражданином Украины, но его лишили этого гражданства и выдали Молдавии по просьбе друга Порошенко, господина Плахотнюка, скорее всего. Ну так, чуть смех. Поэтому это уже стандартный репрессивный инструмент. То есть вы хотите сказать иными словами, что нары Саакашвили ждут? В Грузии Саакашвили ждут, но не факт, что дождутся. Я думаю, что все же Саакашвили не вернется в Украину, чтобы не попасть в лапы грузинского правосудия, скажем так. Да, теперь по вопросу энергоснабжения мятежных республик. Вот отказ от этого самого электроснабжения. В Киеве полагают, что подобные действия, подобные шаги будут способствовать, ну скажем так, примирению двух сторон. Думаю, что не так. Я думаю, что мы в данном случае в этом вопросе более экономических разборок, нежели политических. Конечно, лишение электроснабжения не улучшит мнение луганчан или дончан об Украине. Конечно, это не вызовет там глубокий кризис. Поставки электроэнергии с России начаты еще в 2014 году. Более того, сам край достаточно энергетически достаточно хорошо обеспечен. Полезных ископаемых много, которых можно менять, скажем так, на электроэнергию. Поэтому никоим образом это не приближает Донецк и Луганск к Украине. Более того, мне кажется, ухудшают украинские переговорные позиции в рамках Минского диалога. Потому что это все произошло на фоне требований Германии и Франции прекратить блокаду Донбасса, которые прозвучали во время последних переговоров нормандской четверки телефонных переговоров.
такое решение в пику определенным образом. Поэтому я думаю, что в принципе здесь какой-то дележ ресурсов, а не политика. Угу. И, Руслан, последний вопрос. Это вопрос по поводу интервью, которое я прочитал на BBC, интервью спецпредставителя Соединенных Штатов по Украине, господина Волкера, который заявил следующее, я тоже постараюсь процитировать. «Вашингтон рассматривает вопрос о возможной отправке оружия, участвующим в конфликте на юго-востоке Украины, украинским военным». Я знаю, что некоторые политологи определенного толка с энтузиазмом восприняли это известие в Украине. А вообще, кто-то в Украине просчитывает возможные последствия подобных действий? Или Соединенные Штаты, может быть, готовы воевать на территории Украины до последнего украинца? Во-первых, Соединенные Штаты рассматривают этот вопрос уже 3 года, с 2014 года, еще с администрации Обамы. Более того, в свое время, во время администрации Обамы, соответствующие решения даже приняли обе палаты Конгресса, но оно так и не было реализовано администрацией Обамы. Я думаю, что тут есть две составляющие. Первая составляющая, высокотехнологического вооружения отправлять на Украину просто нет смысла, потому что для пользования им необходима определенная квалификация и длительное обучение. То есть в Украине некому им пользоваться. А присутствие, прямое присутствие американских или натовских военных, конечно, станет таким эскалационным фактором, фактором, повышающим градус конфликта в Украине. И второе, в США чудесно понимают, что это просто спровоцирует гонку вооружений на Донбассе, что США, поставляя Украине, уверены, что Россия поставит аналогичное вооружение в Донецк и Луганск. Просто это путь к эскалации, который определенным образом ничего не решает, не создает никому никаких тактических преимуществ. Поэтому я думаю, что пока что США на это не пойдут. Возможно, только как элемент какой-то пиар-стратегии, внутренней американской пиар-стратегии для администрации Трампа, которая может пригодиться для дезавуирования обвинений в сделке с Россией. Руслан, огромное спасибо за этот очень интересный анализ. Спасибо, как всегда, было здорово. Спасибо, всего самого доброго и до новых встреч. До свидания. Спасибо. Спасибо и вам, друзья, что были с нами. Всего доброго, до новых встреч.